Бабби. А. Я придумал название бычи. Какая? Мангал. Мангал, блядь. Мангол. Не-не-не, мангал. У нас есть шашлычки, а будет мангал. Давай. Ты кебаб, ебать. Это я вспомнил из видоса, есть это... Великая мангальница. Типа, сюда попадают души великих шашлычников. Слушай, нордик, нордик. Мы сверху. Сделай так. Мангал запрашивает шашлычников. Мангал. Ты прикинь, как это со стороны будет слышно. Вообще на слух. Мангал вызывает шашлычница. Шашлычница, как слышишь? Шашлычница запрашивает мангал, поддай жару. Я скоро покусаю одного товарища. Все, поехали. Это что, булочки репу? Это был боевой клич. По зеленой, Лёв. Что? По зеленой, бляки. Я смотрю тебя хорошо. Вперед, мой буцефал. Косты! Гриш, ты записываешь? Да. Помри. Лёха, только глаза держи открытыми, пожалуйста. Мне плохо. Вызывай себя, мне хвода плохо. Сука, хорош, блядь. Ну, бля, я ж вспотел нахуй. Ой, блядь, успокойся, блядь, нас высадка скоро. Мы будем, мы чё, на противников накуренные, что ли, блядь? Я так понимаю, что тесно, жарко и смешно. Кто курит, блядь, признавайтесь. Я вообще за снапи сижу, я снапи. Правильно. Я носку поддам. Нахуй это знак, правильно, давай, давай правее, блядь. Ещё. Давай дрифт! Я ж говорю, ручничка! Зацепи и узнай, что это. А10, внимание, на 40 на северо-востоке летает сушка. 3 километра от ждуна. Северо-восток, па. Он летает где-то почти рядом с кругом. Почти рядом с кругом, где-то там. Какая высота у него? Он на нас идет, Гривус. Высота 3 километра. Окей, ты меня на радаре. Гривус, готовься, если что, понимаешь? Да-да-да, правее. Он сейчас над пивацем. Задрать не могу нос. Парни, будь лучше, если вы на отдельном ДВ перейдете. Чтобы как раз пиван с самолетом отдельно взаимодействовали, никто им не мешал, никто нам пивот не мешал. Рон, пехота здесь. На связи. Как у вас там? Я сейчас смотрю, как... Для того настроя. А10 преследует. 125-й сбит. Я вижу это. Северный, которая метка. Сушка, летит. Сейчас, подожди. Лоуд доведи. Смотрим, на еще. Найдите мне такое положение. Варьер мертвец, попытайся там тоже БМП найти как-то. Принято, работает. Пипни под углом, только аккуратненько, пожалуйста. Хорошо. Штаб, отойду на одну минуту. Грилос, все? Да. Дай выход. Что? Стой. Сложили его! Да, вам маршрут спускайтесь. Прощайте. Заглушить. Сметки ронов, техник. Назад, уезжай! Живой. Левее! Просто уезжай. А, Варьер уезжает. Я рядом с Варьером был. Ага. И чуть левее давай. Все, вот так вот пока постой. О, сорин 7, сейчас ты сказал. Видишь, куда схуяли?
Ага, туда. Кого-то увидел? Да. Гривов? Я слушаю. Под тобой враг этот мне пишет кремик. А. Ну, в принципе, да. Я объясню вам вкратце задачу, которую вот знает... Куда поплывем? Далеко-далеко. На юг. Смотри, дальность прорисовки 2,5. У нас ночь, нам это катит. Соответственно, мы плывем. Вот смотрите на карту. На карту смотрим. На карту. Uh-huh. Видите, я вот кручу рядом с нашим появлением. Uh-huh. Мы сейчас вот пока вот тут поплывем, и вот тут мы возьмем прямой угол. То есть мы вот так вот пойдем. А дальность нам это позволяет, но надо вот сюда подойти незамеченным. Либо если иксы здесь все проверят, мы только тогда поедем по-быстрому. Прикол составляет в том, что нам бы желательно занять маяк. Маяк — это очень очевидное место, но нам требуется уничтожать технику, собственно, вот с этого, из этих ракет. С моего ПТРК. Двух ракет. У нас всего две ракеты, и нам хотелось бы уничтожить две техники. Красавцы. Ласка вылетела, радиовышка, ласка вылетела. Ласка вылетела. А ему насрать, он через камеру светит. На шаг перешли. Так, тебе бинокль вернуть? Нет, бери. Перейдите на шепот. Мы в тени. Панда, на дозор. Снапи, Снапи, будь рядом с высадкой. В кустах где-нибудь спрячься. Смотрите. А я, в смысле, ищу лодки. Глаза... Я вижу лодки, 259. Уйди, уйди, ко мне уйди. Да, едем, пойду. Вижу. Открывай бинокль и смотри куда-нибудь. Да, живые, это все. А они развернулись на нас. Я жив, наблюдая лодки. Идут на нас. Они полные. Лодки полные, полные лодки. Можешь их ебать тогда? С Ктура? Ну да. Они полные. Разрешаешь? Разрешаю. Понял. Снапи, тащи Ктур. Отойди. Пуск. Минус один, загружай вторую! Красавец! Убил одну. Вторая мотит. Загружаю, готово почти. Сейчас. Ровная фаза, нужна активнику выходить, как-то выцеление очень важно. Баласки. Загрузили, готово. Они обе были полны. Ищу выжим. Попадание! Неон, сообщаю! Две лодки полные, уничтожены! Ты только что похоронил человек 12! Снапи, иди к лодкам. К лодке, точнее. К лодке? К нашей, да. Мы хотим... Пиратов Карибского моря? Как вариант. Нет, они оплывают, они нас будут оплывать. Мы занимаем позицию? Нет, они идут на высадку. Они конкретно идут на высадку. Тогда оставайся здесь, панда. Снапи, мы с тобой пираты. Понял. Куда плывут? На нас. Получается... Они проходить будут мимо нас. Снапи, стой здесь, засядь.
Вперед! Снайпер! Пираты Карибского моря!